Привет всем, меня зовут Алиса. Сегодня я попробую нарисовать принцессу. Ее зовут Малинка. Я беру серенький и рисую кружок. И потом я буду рисовать вот такие вот треугольнички, потому что такие волосы у нее. Вот. Так. Вот так. Дальше я беру вот такой розовенький цвет и рисую ее губки. Вот такие губки. И я беру вот такой розовый. И разукрашиваю ее вот. Очень аккуратно. Если вы не будете аккуратно делать, тогда у вас некрасиво. У меня этот фломастер очень толстый, так что я могу ошибочку сделать маленькую. Ну, ничего страшного, если у тебя какая-нибудь маленькая ошибочка, ничего страшного. Вот так. Вот у нее розовые волосы, потому что она маленькая, ее так зовут, потому что у нее волосы розовые. Ну, такие. Я беру вот серенький. Нет, не серый. И желтенький я беру и рисую ее резиночку. Вот такую. Она очень красивая получилась. И я беру черненький. Вот. Черненький и рисую ее глазки. Очки вот. Я не так хорошо рисую, как Малика. Вот так получится. Вот так. Я теперь беру. Теперь я беру, ну, какой-нибудь такой цвет. И рисую ее зрачки. Смешная получилась. Ну, а такая. Вот такой зрачок. Сейчас. Просто я эту лучину выкрасила. Рисую ее хвостик. Вот такая причесочка миленькая. Вот так получается. Очень нормально мне нравится. Ну, нормально вроде бы. Иногда у меня так засыхает, так что я не могу так сильно, а то он засыхает. Вот так вот получилось. Около остреньких аккуратно надо, а то там ошибочку маленькую сделаете. Ну, это ничего страшного. Просто я хочу, чтобы остренькие там были нормальные. Так вот, вроде бы нормально получается. Вот так. Вот так вот. Вот так. Вроде бы нормально получается. Посмешишь, людей насмешишь. Смешная поговорка.
и сколько можно бродить. Вот так вот получается. Подождите, еще я возьму замазку, пока. Замазочку. У меня пока еще много белого осталось, так что не волнуйтесь, я еще долго буду и, снимать. Я по краям пока еще нарисую, чтобы не выходить за комнату. Вот так вот получилось на контуре. Потому что у хвостиков вот такие есть штучки. Вот так вот. Сейчас чуть-чуть еще осталось. Сейчас доделаю почти. Давай. Сейчас я еще буду ее одежду рисовать. Скоро. Она у меня беленькая будет. Я беру серенький. Так, где серый? А. Я буду рисовать. Так. Вот. Она у меня беленькая, поэтому я серым рисую. Так, я беру... Сейчас, подождите. Я беру вот такой цвет. Он очень красивый, очень. Я его прям обожаю. Вот какой он красивый. Вот. Чертики-мертики. Мертвый черт. Вот так еще здесь браслетик. Такой браслетик. Сейчас я беру синенький. Ну и рисую там такой браслетик. Ну, кристаллик. Так. И беру там какой-нибудь вот такой фиолетенький. Вот такой браслетик еще.
красивая, но у меня чуть-чуть глазик не получился почему-то. Ну, я беру, собственно, вот так вот. И закрашиваю. Так, ее губы. Вот так. Я еще нарисую какой-нибудь. Тут щечки. Розовенькие они будут. Другим это. Он такой маленький. Таким. Упал опять. Вот так вот. Щечки розовенькие, потому что она нарумянилась. Так, нарумянилась. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так нормально получилось. Еще я беру какой-нибудь такой желтенький. Вот такой. Это ручка. Я думаю, вам не интересно, но меня так снимают. Так вот. Я разукрашиваю ее маечку такую. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!